Всем привет, дорогие друзья, на связи, как всегда, Юрчик, ребята. Сегодня со мной играет Димка Федоров, и мы снова находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой «Прыжки в длину». Здорово, ребята. Что ж, ребятушки, опять-таки будем проверять машины рандомные, в общем-то, из реальной жизни, которые мы будем разгонять под двумя баллонами нитро, чтобы набрать максимальную скорость и выпрыгнуть вон с того трамплина как можно дальше. Если вот так посмотреть, вот он, ребята, тот самый трамплин. Кто улетает дальше в раунде, тот красавчик, тот забирает балл. И напомню, что одна машина среди 12 раундов, которая улетит дальше всех, приносит экстра балл в конце, который, как правило, частенько меняет вот именно победителя в 5. Такое у нас, как бы, бывало и не раз, поэтому будет интересно, кто же сегодня победит. Что ж, ребятки, устраивайтесь поудобнее, сразу сходу влепите лайк, мне будет очень сильно приятно, как вы прекрасно знаете, это мотивирует нас снимать больше и лучше. Ну а сейчас по тачке и переспауниваю сразу, потому что не разгонишься, он едет всего лишь 80, это танк. А у меня Феррари какая-то такая интересная, FTO, GTO, вернее. А, что за Феррари, не знаю, у тебя интересная бэха. Окей, давайте, ребята, поставим нитро и будем начинать. Что ж, ребята, мы готовы, нитро есть, давайте разгоняться, два баллона нитро. Так, вроде машина не прыгает, это хорошо. Ой-ой-ой. А, показалось. Ты лучше. 1300. 1080, хотя я разогнал где-то 1050. Немножко скорость вниз пошла, но такое. Ребятки, напомню, обязательно оформите подписочку на канал, если вы здесь впервые. Ролики выходят два раза в день на основе. Поэтому не пропускайте. Очень интересные рубрики, многим нравятся. Поэтому, как говорится, колокольчик тоже вам поможет не пропускать свежие ролики. Ну а для олдов и для тех, кто вообще кайфует от GTA, напомню, что у нас есть второй канал, ссылка на него в описании. Там выходят рубрики, которые не выходят на основе. И, кстати, ребята, кто уже подписан, большое спасибо за поддержку. Неплохо начали. Думаю, что в будущем все будет еще намного лучше. Слушай, ну ты улетел хорошо. Это пока экстра балл. До усов не долетел, но тем не менее солидненько. Поэтому 1-0. Ну да, почему бы и нет. Ребята, второй раунд. Давайте начинать. В общем-то, по жеребьевке Димон был дальше. У него сейчас будет три машинки. Да, у меня всего лишь две. Ну и Бугатти, спасибо. Это плюс-минус неплохо. У тебя две одинаковых, только одна китайская. Ну, хот-рот, это плюс-минус интересненько. Так. Таунтач. А у меня, в принципе, вот так вот. Короче, ребята, с выбором я долго думать не буду. Конечно же, Бугатти. Ё-май. Да. Твой лучший друг быстро ешку поджимать. Это, в принципе, мы уже, как говорится, плавали, знаем. Но я в любом случае, наверное, буду лучше. Да, ребят, такое бывает. Хорошая Бугатти. Немножко поджимаешь второй баллон нитро, и ее сразу, короче, мотает из стороны в сторону. Поэтому вот так вот аккуратненько стараюсь. Все нормально. С третьего раза наконец-то я вылетел. 1200 я разогнал. У тебя что было по скорости, скажи нам? 800 было у меня всего лишь. А, ну то есть ты ее плохо раскочегарил. На самом деле я на ней прыгал нормально. Я, кстати, вижу, где ты приземлился. Это довольно-таки хорошо. Она легкая, она летающая. Я чуть буквально дальше за дом улетел. Мне повезло, кстати, врезался бы в дом, был бы твой балл. А так, в целом, ребята, пока что 1-1. Но от Бугатти я ожидал большего. Что ж, сразу сходу третий раунд, ребята. У меня, наконец-то, три машинки. Ну и... У меня, кстати, вообще топ-пушка вроде. Так, М8 топ-пушка. Если я правильно понимаю, есть такие парочку машин, и одна из них прям летающая альфа. Вот это... Слушай, у меня все хорошо, все по 190, но я альфач возьму. Чисто на характере. Поймаю. А, нитро нет, окей. Что ж, ребята, я очень сильно надеюсь, что я сделал правильный выбор. Давайте проверим, потому что Альфа Ромео у нас очень много машин. И вот какая это, а это хорошая, мне повезло. Мне повезло. 1882. Вот так вот. Это... 1180. 180, да, нормально. Я так 80 услышал, да, думаю, что, прям да, столько же, типа, как так-то? Вроде же нормально общались. Но это новый экстрабал, ребята. Это далеко не самый, конечно, хороший прыжок. Машина сама по себе тяжелая довольно-таки. Но у нас, напомню, что новая трасса для разгона. И вот такие вот хорошие, пустые, так сказать, просторы, где можно рикошетить, лететь и набирать еще больше расстояния. Под дерево, вот так вот, ничего от тачки не осталось. Типа, отмечаем экстра. Ты на магистрали. Погнали дальше. Не, ну пока дроп был максимально интересный, я уже здесь телепортировался, поэтому, ребята, погнали сразу смотреть на дроп. Так, это хорошо, но не прыгает. У тебя драгстер какой-то. И, блин, Бугатти болит, которая быстрая, но которая не летает, да? То есть она фантик, прям фантик. Но это лучшее, что у меня есть. Ты куда? Ты уже уехал? Или зачем? Проверить, летает он или... Ну, слышь, проверить. Интуиция. Шоу интуиция. Ну, плане, так. В плане, не подлетает ли он? А, ты имеешь в виду задницы? Ну да, ну да. Тут я с тобой солидарен полностью. У меня, в принципе, болит средний, прям вообще максимально средний. И летает он как фантик, поэтому...
1180. 1220, не уверен, что буду дальше. Кстати, чего? А это новый болид! Это новый болид, ребята. У нас две Бугатти, то есть одна старенькая, такая же, один на один, вообще прям вот полностью идентичная. Но та прям фантик, а это, кстати, хорошо прыгнул. Я буквально чуть дальше, если я к тебе обратно не отрикошечу. Не, нормально, на крыше дома засейвил. Короче, вот это вот хорошо, что я ее взял. По скорости типа плюс-минус, но зато она стабильно летела вперед без проблем. Я тебя вижу, ты недалеко. Окей, ребята, 3-1, погнали дальше. Четвертый раунд, а если быть точнее, то уже пятый. Так, ладно, продолжаем, бац. О, может хорошо, может нет. О, опять каунтач, но, кстати, смотря какой. Резко, к сожалению, не открыто. Формула хорошо, возможно, возможно плохо. У нас их очень много. Так, у меня вопрос к ГТРу, как минимум. ГТР слабый. Бэх еще хуже. Хайлюкс. Хайлюкс вообще неинтересный. Короче, по приколу, ребята, берем Бэху, который 113 под капотом. Ну что ж, ребята, давайте проверим. Гоночный барит, у которого под капотом 350, а то и 400, и Бэх Инвалидыч. Оу, еще и заносы на нем. Это что-то вообще меня такому жизни готовило. Так, и сейчас... Сколько у тебя? Не знаю, я пока я не доеду. Я, походу, реально не доеду. У меня 1900. Ну, это, значит, не важно будет абсолютно. Я просто пытаюсь не шевелиться на тачке, вроде все, поставил ее в колею. А 945 всего лишь было, типа такое себе. Ну, а с другой стороны, чего я ждал от машины, у которой 113 км в час под капотом максималка по лошадям. Так, ну, это магистраль, это максимально неинтересно. Я улетел аж до горы, получается. Серьезно? Но это новый экстрабан. Давай посмотрим, давай я на тебя вот так вот телепортнусь. Где ты, вылази, вот где ты. Да, это чуть дальше, но даже нормально, прилично. Дальше. Гоночный болид, тебе повезло. Это именно летающая версия. Кстати, он горит. Понимаю, валим отсюда. Ребята, мы готовы провести следующий раунд. Так, у тебя плюс-минус хрень. Плюс-минус, может, хорошо. Демон Хавк, отлично. Так, Бэха М5. И какая-то Тойота. Что за Тойота такая? Ну, такое себе. И такое себе. Ну, прям, готов, прям максимально такое. Нитро поставлю и буду прыгать. Ну что ж, ребята, джип Чирок и М5. Давайте смотреть. Да, попробуем. Ну, М5 неплохая, но на Чирок, конечно, она не вытянет. 1180 всего. А так, в принципе, Чирок, наверное, полторашку там разгонит. В целом, могло быть лучше намного, серьезно. Чё, не... Я не могу разогнаться почему-то. Ну, это нормальное явление. Можно даже пожертвовать немножко скоростью. Как говорится, куда деваться. Ну, я под магистраль, здесь ты был на Драгстаре, я буквально там на корпуса 2 дальше. 1900. Ну да, да. Чирок, конечно же, ребята, полетел, поэтому пока Димка пролетает над нами, ему так бам, успел. Успел прыгнуть тебе в машину. Ой, это хорошо, это новый экстрабал. Просто новый экстрабал и... Коленька. За 2 раунда просто. Да, тебе повезло, 2 хороших тачки. Ну, пока что, ребята, как говорится, не сдаемся, только середина серии. И, кстати, видишь вот эту пещеру поезда? Мне в комментариях предложили, что если хоть раз машина в нее попадет, это сразу, типа, победа, несмотря на остальные, типа, раунды. Я считаю, что это действительно так. Ну, это, мне кажется, нереально. Ну, вот, ну, рядом, как бы, машины прилетают. У меня было пару раз прям вот возможность залететь внутрь. Но, ребята, если реально попадешь, это просто будет трешак. Это сразу тиктоки. Это по-любому нужно будет распространять. А пока твой балл, пошли дальше. Так, ребят, продолжаем следующий раунд. Две машинки снова у меня. Так, Сиан какой-то. Сиан плюс-минус такое себе. Это Крива и Ауди. Ауди. Сиан, конечно, не факт, что полетит. Ну и Ауди, скорее всего, тоже не полетит. Я возьму, пожалуй, эту так. Боршу прикольненькую. Я помню то, что я на нее делал хэнлинг для того, чтобы она была читом, но так и не сделали. Бокстер. Да, возможно, хорошо, возможно, плохо. Так, выруливаем. Просто как на самолете. Сиан, машина довольно-таки широкая, ребята. Ну и по скорости она интересная. 2000. Слушай, самое интересное, что это тот самый чит-сиан, который ты делал. У меня была чит-акула, ребята, которую я делал. Машины были как читы, просто замечательные. Но самое интересное, что они стандартные, так как бы летают и летают. Охренеть как. Слушай, я в полета лечу. Что ты понимал на сиане? Прикинь, раньше он падал, не там, плохо. Не знаю, на кубах. То есть вообще максимально не летел никуда. Но вот, я пожалуйста. Я вот приземлился и такое. О,
город, центр города. А я прям к дровосеку. А ты новый экстрабал поставил. Воу! Хо-хо-хо! Я еще и рикошетнул неплохо. Но это бьется, ребята. Любая тачка, которая плюс-минус поедет под 2000 км, конечно же, перегонит Сиан, потому что, тем более, это уровень прям водички, то есть максимально-максимально низко. Так, ну, да, а ты у нас, а ты у нас, а ты у нас... Приземлился, можно мне прыгнуть, я возле магистрали. Я вижу такое. Восьмой раунд, ребята, три машинки у меня. Идем максимально плотничком сейчас. Так, у тебя кран Виктория вроде как и бэха странная. И бэха. Так, пожалуйста, по дропу дайте что-нибудь хорошее. Два байка оба мимо. Так, ламба плюс-минус летает. Финик не знаю, Скай точно нет. У нас, кстати, новый Скайлайн появился, ребят. Ты не смотрел прошлую серию, посмотрите. Он 2200 летает, прям вообще пушка-тачка. Но его еще достать надо, как говорится. Так, вот так вот делаем. Вот так, вот так, вот так. А, чё по нитро? Нитро нету. Ну что ж, ребятки, мы готовы. Заниженная быстрая СВ ламба против, ну, типа, машины, которая потенциально может разогнаться. Так, 1730. 1730. Типа, неплохо, но, как правило, такие ламбы летают, ребята, средняком. Они очень тяжелые, аэродинамика, хотя здесь должна быть идеальная, но она такая, хромает на самом деле. А тебя я не вижу на горизонте. Это что? Это точка на мониторе, понимаю, вытер. Ну, я прилетел стандартно на, получается, обсерваторию, чуть дальше на трассу, которая возле туннельчика. Ну, типа, средняком, но главное, балл мой. Погнали дальше. Девятый раунд начинается здесь и сейчас, поэтому джибонь мимо пока кассы. Опять байк кривой. Так, ну у тебя дрявая тачка. И какой-то странный вот Порш. Ой, Порш возьму. Да, какой-то странный Порш интересный. Ну он прикольненький, так, он какой-то новенький. У меня Хуракан медленный. Порш тоже есть быстрый, кстати. Битва Поршей, походу, сейчас будет. Камара, да, неинтересная. Ну что ж, мы готовы. Два Порша таких интересных. Будет максимально интересно посмотреть, потому что мы очень часто используем тачки, ребята, вот именно с помощью рандома, потому что попадаются такие тачки, которые мы даже не видели и не знаем. Че по скорости? Помолчишь? 1900. О, серьезно? А, 1340 я разогнал, да. Кое-как. Машина поднималась на дыбки, но все-таки я с ней справился. Хотя, я думаю, можно было чуть больше еще разогнать. А, ну, это чисто Вайнвуд, это неплохо. Неплохой Порш, Мальборо почему-то. И раскраска, кстати, прям такая в стилистике тоже. А, так, где Димон? Давайте прыгнем. Ну и вот, ребята, куда прилетел Димка. Это не экстра балл, но это вполне-вполне солидный и хороший балл. Главное тебе, поэтому у нас счет пока общий 5-4. А что ж, ребята, если так, то 10-й раунд у нас подъехал. Минус Димка, упал просто с неба. Так, давай рандом тачку. Так, это вопросы, Камара. Нет вопросов, но и не знаю, хорошо или нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 204 у Камара. Так, а 55-й-то хороший вроде. Или плохой. У тебя бэха плюс-минус, плюс-минус. Блин, ладно, давайте да, я попробую да. Вот такой вот маслкар. Если честно, я ему не доверяю. Ну давай прыгать, мы готовы. Бэха отлично. Давай попробуем, погнали. Маслкар не подведи, ты под капотом просто лютейший. Да ты и по жизни лютейший, но это будет... 2000. 1750, то есть отлично, на самом деле, Chevrolet SS, ребята, это же SS, ну, вроде да, переделанный. Но да, ты уходишь вдаль, это значит, что мы опять сравниваемся, ребята, 5-5. А по экстрабаллу, кстати, сейчас большие вопросы будут у нас. Кто будет дальше? Ну, я, наверное, не поставлю новый экстрабалл. Ну, не знаю, я прилетел, в принципе, где и ламба. Так, давайте, ребят, я прыгаю к Димону. А, так, я к тебе в машину запрыгнул. Да, ты не долетел очень далеко, конечно, до экстрабалла. На 2000, ну, слабовато. Ну вот, ребят, хороший показатель. В любом случае, как бы, бэха хорошая. Эта раскраска ее выдает, она и по накату едет, и летает. То есть... прям универсальная, хорошая М5. Два последних раунда, ребята. У меня две машины, это немножко плохо, но рандом может и здесь выдать. Допустим, Дэвил. Я бы ему был рад, если честно. Газель такое, это такое. Здоровые тачки не будем считать. И, в общем-то, что это? Так, это бэха. РК-тачка маленькая не поедет. И какая-то еще одна бэха. Что-то у меня рассадник прям максимально странный. А, если честно, не знаю, что брать. Ай-8 вообще плохая. М1, кстати, быстрая какая-то, что? Я ее не знаю, у тебя Макларен. Чтоб ты понимал, когда тачка едет уже где-то штукарь, она просто дико начинает на переднюю ось, как говорится, нагинаться, и ее прям мотает. Да, прям вообще отвратительно. Кое-как, то есть со второго раза, с учетом того, что меня не развернуло, вот, ребята, я вылетел.
прыгнул неплохо. Ну, меня, дальше тебя, но показатель слабый на самом деле. Я большего ожидал. То есть у нее под капотом 240, но всего лишь 1000 разгон. Это слабо, это реально слабо. Ну и финальный раунд, ребята, последние тачки. В общем-то, счет у нас 6-5 плюс экстрабал за мной. То есть тебе нужно как минимум экстрабал побить, чтобы хотя бы ничья была. Так, ну окей. Вайпер плюс-минус. А, так, это херня какая-то. Тут Феррари, смотрю. Москвич. Возьму Феррари, наверное. Это не Готарка тоже, блин. Что-то два раза А8 и два раза мимо. Это тоже какая-то херовина. Давайте, ребята, проверим Бэха против Феррари. Погнали. У тебя хорошо должно быть. Попробуем. Ну, либо не очень. У меня прям плохо. Хотя мы с тобой рядом едем. Ну, типа, 1100 разогнал, там чуть больше, и 1088. Да, ты хуже, ты тяжелее, я вижу, ты падаешь, я чуть дальше лечу. На самом деле, показатели тоже, ребята, ну, такие себе, тем более, это Liberty Walk, зачем вообще? А, кстати, прикинь, наша Готарка, это Liberty Walk, оказывается. Серьезно? Либо это просто наклейка? Серьезно? Ну да, если верить шилдику. Ну, хотя это просто наклейки, может быть, ты какой-то парнишка добавил, поэтому на это ориентироваться не будем. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот такая серия. Сегодня я побеждаю. Баллы вы окончательно видите у себя на экранах. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Всем пока, ребят.